именно в этот раз, потому что сегодня и на протяжении этих трех дней ближайших для вас, да и для нас, собственно говоря, особенная, специальная девятая нота гаммы, обнинская нота, будет звучать в 15-й юбилейный раз. Хочу отметить, что очень приятно видеть в зале все больше и больше гостей, все больше и больше зрителей. И мы начинаем. Да. Я хочу пригласить председателя оргкомитета фестиваля, художественного руководителя творческого объединения «Оазис» Оксану Рачкулик. Дорогие друзья, подготовка фестиваля всегда дело хлопотное, но очень радостное. Очень рада вас видеть. И знаете, я вот тут, как сказать, время, наверное, возраст склоняет философию. Я подумала, почему нам так дорога обнинская нота. Знаете, наверное, я думаю, что все мои товарищи по оргкомитету согласятся, потому что это модель мира, в котором мы все хотели бы жить, в котором все друг другу рады, в котором мы обмениваемся песнями, а не какими-то отрицательными эмоциями, в котором все мы действительно братья, нет соперничества, а есть общение. И пожелать нам всем в этом году я бы хотела, чтобы мир немножко взял от нашей обнинской ноты того, что на ней происходит хорошего, чтобы он немножко переделывался вот в эту сторону. Итак, начинаем наш фестиваль. Давайте его вместе сделаем таким, каким мы его привыкли видеть. Надеюсь, душевным, гостеприимным. Все зависит от нас с вами. С обнинской нотой! Я хотел бы немножечко к словам Оксаны добавить, что обнинская нота дорога не только нам, но и вам, раз вы здесь. И тем людям, которые из года в год помогают в проведении этой ноты, это наши партнеры, наши спонсоры, мы не можем их сегодня не упомянуть с особыми словами благодарности, а именно... Акционерное общество «ИКОН», генеральный директор Ефим Чернов. Мы благодарим компанию «Обнинск-Сталь-Проект» и лично Николая Ботина и Павла Корчагина. За воду мы благодарим компанию «Водный мир» и лично Николая Чернигова. За ту чудесную полиграфию, с которой мы сегодня работаем, мы благодарим компанию «Делисаги» или «Делиса», да? Правильно произношу? И генерального директора Александра Агаджаняна. Мы выражаем особую благодарность Анне Гурьяновой, Надежде Калининой, Светлане Закачуриной и Антону Букову. Ну а теперь на недосягаемую высоту обнинскую ноту, а точнее ее флаг, поднимет наша певчая птичка, соловушка в ветвях нашего оазиса, Юлия Левашова. Аккомпанирует Алена Рачкулик. Добрый вечер! С фестивалем, друзья! Начинается с первого шага.
сегодня увидели.